Всем привет! С вами Соня Сапрыкина и проект «Соня может». За 2021 год мы сняли 6 выпусков, и чего я в них только не смогла. И кувалда била, и на самолете пикировала, и по мишеням стреляла, на гвоздях стояла, и даже путешествовала в прошлой жизни. Но знаете, чего я так и не сделала в этом году? Не творила! Поэтому исправляюсь и достаю из карманов вот эти самые очумелые ручки и пускаю их в самое что ни на есть креативное дело вместе с подборкой необычных мастер-классов, которые нам удалось отыскать в Барнауле. Этим летом на одной из наших съемок я убила свои любимые беленькие кеды. Ну да, согласна, хватило ума, конечно, отправиться в лес в белой обуви, но, в общем, смириться я с этим так и не смогла, поэтому решила найти мастера, который поможет мне моим любимым кедам дать вторую жизнь. На просторах интернета я нашла студию, которая занимается росписью одежды. Обозначила мастеру свое стремление реанимировать обувь, определилась с рисунком и отправилась на творческий мастер-класс. С утра первый кофе для хорошего человека, для Сони. Знакомьтесь, Доня Яна. Художник, основатель студии и просто очень веселая девушка. Яна уверена, что способности к рисованию есть у каждого, и ее мастер-классы по прокачке изобразительных навыков – наглядное тому подтверждение. В общем, наша с тобой сегодня задача – дать вторую жизнь вот этим вот любимым моим кедам. Поправочку небольшую внесу, потому что сейчас у некоторых… Дернулся глаз. Дернулся глаз, особенно у стилистов. Да, это не кеды, это слепоны. Мне, извините. Тут главная ткань. Мне главное рисовать. Но все-таки, на всякий случай, мы успокоим нервы людей. Мы знаем, как они называются. В принципе, пациент скорее жив, чем мертв. Ой, слава богу, да. Да, все это возможно. И не такие исправляли ситуации. Для того, чтобы создать рисунок на одежде в домашних условиях, нам понадобится специальная акриловая краска по ткани, кисть, бумажная салфетка и палитра. Ею может стать обычная тарелка белого цвета. Тем, у кого нет особого навыка в рисовании, я знаю, что у тебя он есть. Ну, есть, так, я чуть-чуть тебя да. это, что ты рисуешь. Вот, если у вас нет навыка, берете, распечатываете на простой тонкой бумаге ваше изображение, которое вы планируете перенести, берете копирку и, собственно, прикладываете к нужному месту, и все. Но сейчас у нас достаточно с тобой простой рисунок. Угу. Он красивый, миленький и простой. Тоже важно выбрать правильный рисунок. Угу. Последние пару месяцев я переживаю особую страсть к перьям. Если верить интернет-словарю, птичье перо символизирует истину, легкость, небо, высоту, скорость, свободу. В общем, все то, что я так сильно и трепетно люблю. Поэтому сегодня на моих видавших виды скороходах появятся еще и крылья. Допустим, мифического феникса. Если уж и восставать из пепла, то чтобы прожить еще одну жизнь отчаянно и ярко. Подходит тебе, поэтому да, важно подбирать рисунок, чтобы он композиционно красиво смотрелся. Цветные перышки мне подходят, да? Да, да, ты вот создаешь такое впечатление какой-то яркости и легкости. Поэтому это очень важно, чтобы потом этот рисунок вас не раздражал, потому что вы его будете видеть часто. Я расписываю правый, ты левый. Давай наоборот, я левша, давай так вот сделаем. А я правша. Вот мы и встретились. Да. Сначала мы рисуем как-то скелет, да? То есть вот эту вот палочку, на которой мы потом разместим. Это специальная акриловая краска для ткани, да? Да, она более эластичная, она поддается, то есть вот при ее растяжении... Можно стирать, да. Гладить, то есть все, что угодно да. с ней. Вот я всегда говорю тем, кто у нас заказывает одежду, я говорю, это не для всех. Вот надо быть к этому готовым, потому что все будут на вас смотреть. Все будут спрашивать, где ты это купил? О боже, какой стильный человек! Вот, в общем, к этой славе нужно быть готовым.
Вот здесь бы вот что-то не помешало. Мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем... Вот здесь вот сверху, да? Да. Вот здесь вот. Угу. А что мы можем здесь сделать? Вот, в принципе, тут давай включим фантазию. Можем, может быть, ты просто по максималке, этот тщеславный человек, можем сделать тут инициалы. Можем сделать твой портрет. О, что? А давайте сделаем СС. Я же СС. Я картины свои подписываю как СС. Ну вот. Давай тогда, только это должно быть одной рукой. Тебе не кажется, что это будет максимум тщеславия? Поэтому мы так и сделаем. Думаешь, да? Ой, как мне нравится, когда не рисую прям. Мне кажется, СС круто. Но это же твоя прям тема, это твои личные именные. Иначе зачем? Перышки могут быть у всех, а перышки с СС только у тебя. Только у меня. Друзья, как говорит мой сегодняшний наставник Яна, выключаем свое сознательное и рисуем то, что нам хочется. Даем волю фантазии и амбициям. Вот занятие творчеством и рисованием, это, конечно, я, знаешь, это сравниваю еще вот с медитацией. Абсолютно верно. Ну, допустим, вот смотри, вот человек сидит, он сосредоточен на чем-то, вышивает. Mm-hmm. Это вот прям такое трансовое состояние, когда ты совершаешь какие-то вот однотонные вот эти вот действия, которые, ну, ты вот просто создаешь. Ты вот это вот делаешь, и из этих маленьких-маленьких движений создается что-то. Это же, блин, это круто, созидание, оно наполняет вообще невероятно. И, по сути, поэтому вообще все равно, кто что скажет, тут вообще важно, вот вообще просто, не знаю, как это, знаешь, правильно, психологически оглохнуть, ослепнуть и просто делать то, что ты делаешь. Угу. И просто кайфовать от этого. Вообще все равно, не важно, что ты делаешь, рисуешь, говоришь, выглядишь как. Вообще плевать. Если вы когда-нибудь в Инстаграме увидите какой-нибудь блог художника, у которого все аккуратненько, не верьте. Такого не бывает, вообще не знаю, такие психи. Если вдруг вы не знаете, как красиво сочетать цвета, просто, допустим, берете основной цвет, который вот вам по душе, синий, к примеру, да, и гуглите, какие цвета сочетаются с синим. Все, и у вас там цветовые вот эти палитры, и вы видите, какие цвета красиво сочетаются, сочетайте. Чем меньше слоев краски, тем профессиональнее будет смотреться. Короче, один кет у меня будет профессиональный, а второй будет сделанный мной. Главное – уверенное лицо. Да, не забываем, что в конце концов всегда можно сказать, я художник, я так вижу. Единственное, что нельзя стирать вещи с росписью выше 40 градусов. Нужно стирать, в общем, вещи на деликатной стирке, без отжима, без отбеливателей. Все. Не перестану повторять. Рисование – прекрасный способ побыть наедине с собой. Это удивительно простая и эффективная практика замедлиться, прислушаться к себе, своим желаниям. А еще полезно отключить телефон и постараться во время росписи максимально отрешиться от повседневной суеты. А еще есть такой момент. Допустим, на этом рисунке очень уместные акварельные разводы. Ну, допустим, представим, что как будто бы произошло случайно вот капелька, да? Возможно, и в вашем рисунке тоже это будет уместно, да, к примеру. Ну, вот бац, капнули вы, да, и думаете, все, хана. Ну, как бы да, хана, потому что это уже не отстирается. Но вы можете, вот как и в жизни, вот что-то сделали, делайте это уверенно. Неважно, как это, планировалось или нет. Берем красочку, разводим побольше воды и просто капаем еще раз. И даем растечься. Здесь просто такая ткань, что раз и не очень, да? Не-не-не, нормально. Так, ну что, у нас уже финишная прямая, последние штрихи, 2 часа работы, и у нас новые, эксклюзивные, необычные, яркие, какие еще я можно сказать? Да что тут говорить? Да тут что тут все говорить? Видно. Тут все же понятно. Все ясно. Ну, такого точно зато ни у кого не будет 100%. Мой совет. Если вещь уже убита, и единственный способ ее воскресить – это разрисовать, не мелочитесь. Смело берите краски, кисти и фантазируйте от души. Хуже уже не будет, а вот круто вполне может получиться. Я очень благодарна Яне за реализацию моей идеи. Ребят,
скажу лишь одну фразу. Сейчас будет магия. Этот инструмент называется глюкофон. Металлический барабан по извлечению глюков – один из самых необычных музыкальных инструментов, которые я когда-либо видела и слышала. Для того, чтобы играть на глюкофоне, не нужно иметь идеальный слух или музыкальное образование. Поэтому и освоить его может каждый. Сегодня я в гостях у необычной барнаульской пары в семейной мастерской по изготовлению глюкофонов. Евгений Анучин, мастер-создатель глюкофонов, и Анна Ковалева, художник-звукотерапевт и по совместительству жена мастера, познакомят меня с этой магической тарелкой и научат извлекать из нее звуки космоса. Как известно, все состоит из магии и кирпичей. И даже этот небесный барабан проходит вполне земной процесс явления при помощи болгарки, лобзика и дрели. Соня с дрелями и молотками дружит, поэтому и шанс сделать себе палочку для игры на глюкофоне не упустила. Жень, вопрос к тебе. Когда гуглишь, что такое глюкофон, выпадает просто какое-то сухое, неинтересное, совершенно непонятное понятие, что это за музыкальный инструмент. И я вот тебе, как мастеру, который своими руками делает эти музыкальные инструменты, что такое глюкофон? А слово глюкофон вообще родилось в России у одного из мастеров. Вот, не знаю, что им движило в этот момент. Вот. Многие там пишут, что это от слова «глюк счастье», ну, то есть по-немецки. «Глюк там, счастье»? Да, ну, по-немецки слово «глюк» — это слово «счастье». Ну, барабан счастья его еще называют. В Америке самая первая фирма, которая массово их производила, она называется «Happy Drum». От слова там «счастье», «барабан счастья». Вот. А придумал этот инструмент в таком именно виде, в котором он сейчас находится, Денис Хавлена. Это в 2007 году выложил ролик в YouTube, где он дома там пилит лобзиком газовый баллон. Выложил даже он схему. Хотя сама идея, она как бы, ну, родилась намного раньше. То есть там в Африке были деревянные барабаны язычковые. Кто-то пишет, что там находили находки в Индии подобных инструментов. Вот. Но вот в таком вот именно виде он в 2007 году появился. Я еще слышала, что каждый глюкофон можно сонастроить с человеком. Одна из клиенток, она очень крутая скрипачка. И она попросила у меня глюкофон. Я, говорит, хочу глюкофон вот в такой вот частоте, не в 440 Гц, как стандартные инструменты все настраиваются. А хочу глюкофон, я просто сейчас не помню, там в 438, по-моему, что ли, Гц. И чтобы в нем был образ осени, первой любви, там очень много было. Дождя, ветра, вот ветер, дождь, это вот прям у ней были такие вот пожелания. И самое интересное, конечно же, когда делал инструмент, я в голове держал эти образы, там образ дождя, образ ветра. Естественно, образ первой любви у всех разный, как бы, поэтому я не могу там вложить именно то, что человек подразумевает под первой любовью. Но именно вот эти образы дождя и ветра, они у меня в голове осени были. И опять же такой интересный момент, я не знаю, это может какое-то стечение обстоятельств, но просто когда этот глюкофон был готов, и когда на нем начинаешь играть... Был дождь! Начинался дождь, начинался дуть сильный ветер. Как это причем прикольно. У всех людей, которые на нем играли, в этот момент, даже если стояла там солнечная яркая погода, без туч, без ветра, начинался дуть ветер. Вот это мистика. Вообще, только начинаешь играть, ветер, потом дождь. Это очень интересно. В общем, для меня, я был удивлен в этот момент очень сильно. А если сделать глюкофон с настройкой любви, денег и удачи? А? И вот ты начинаешь играть на глюкофоне? Да, вполне возможно. Мысли материальные, я думаю. Все зависит все-таки от стремления человека. Кажется, я знаю, какой у вас будет скоро заказ от меня. Жень, ты музыкант? Нет, я не музыкант. У тебя нет музыкального образования? Музыкального образования нет. Захотел взять глюкофон просто. Ну, появилось такое желание. Я увидел этот инструмент. Покупать мне его было неохота. Я хотел его сделать. Удивительно. И буквально там я потратил двое суток, изучал там нотную грамоту, смотрел там, какие ноты там.
гениальный человек. За два дня нотную грамоту. И просто за два дня такое, да, я сделаю глюкофон. Почему бы нет? Удивительно. Меня такие люди поражают. В этом плане у нас же век информационных технологий. В Ютубе очень куча роликов. Вот, кстати, по этому поводу тоже хочется сказать. Многие пишут, зачем покупать глюкофон, когда его можно сделать самому и за час. Вот. Первый глюкофон я делал два дня. Сейчас у меня на глюкофон уходит больше времени, потому что это, ну, маленько другой процесс. Почему-то эти процессы в Ютубе не записывают. То есть там... Секретики не выкладывают, да? Секретики. Там много очень нюансов, которые никто не рассказывает. А так, да, глюкофон можно за час сделать, но вопрос, как он будет звучать, да, при этом. Ребята, у вас такой очень классный тандем. Вы муж и жена. Женя занимается таким техническим вопросом, производством, тяжелой работой. Ты, Аня, привносишь такую женскую, мягкую, красивую, творческую энергию в эти глюкофоны, делаешь рисунки. Вот расскажи об этом. Я в детстве любила рисовать, а потом долгое время не рисовала вообще на бумаге. И мне вот захотелось рисовать на бумаге. Я начала рисовать на бумаге мандалы. То есть вот, то, вот что... я хотела сказать, да. Что вот прям какие-то мандалы напоминают, да, эти рисунки. У нас есть много глюкофонов с мандалами. То есть мне захотелось рисовать вот то, что я чувствую, свое состояние выражать. И познакомилась вот как раз с Женей. Мы с ним познакомились на занятии по горловому пению. Я горловым пением давно увлекаюсь, и Женя тоже тема звука была интересна. И вот мы с ним познакомились, и он мне подарил глюкофон. А я была очень... Это первый подарок, который тебе, да, сделал Женя? Да, это был первый подарок. Когда мило. Да, я была вот вообще... Вот тебе глюкофон, милая. В полном восторге, он мне подарил глюкофон. Да, он прекрасно звучал. Короче, он тебя покорил. Да, а я вот, ну, пела, мне нравилось петь, и вот я на глюкофоне играла и пела, это было очень здорово, но они все были без рисунка. И ты привнесла... Да, и мне захотелось, чтобы они были еще прекраснее, чтобы они не только прекрасно звучали, но чтобы они еще прекрасно выглядели. У глюкофона, в отличие от другого музыкального инструмента, специфический такой звук, когда на нем играешь, ты, такое ощущение, как будто у тебя какой-то виброакустический массаж в голове происходит и во всем теле. То есть это вибрационный звук, он тебе дает вибрации в теле. И это, знаете, очень приятное ощущение. Это как чаши, да, тибетские, да, да. Чаши, они же гармонизируют. Да. Вот. Чаша, она тоже вот сферическая, да, вот, да, да. И здесь тоже обертона, такие, ну, как бы помимо основной ноты, вот. Появляется еще обертона, потому что он не отражается, звук внутри. И вот это вот колокола тоже. То есть все вот эти звуки, они терапевтические. Они вот гармонизируют человека. И затихает внутренний диалог, такая тишина внутренняя. Медитация. Медитация, да. То есть это они, глюкофон, он погружает в такое медитативное состояние. Такое расслабленное умиротворение. Ой, он такой вообще приятный. Прям хочется его трогать и трогать. Я правильно понимаю, что абсолютно любой человек, который, вот как я, вообще не имеет образования музыкального, что любой человек может научиться на нем играть? Да. Ты можешь мне показать какие-то азы? Я же вот сделала палочку, это вот собственного производства палочка. Да. Погнали? Фишка глюкофона в том, что ноты на нем подобраны так, что сфальшивить невозможно. Любая их последовательность звучит гармонично. Демонстрирую. Мне нужен глюкофон. Срочно. Жень, я хочу заказать глюкофон. Прекрасно. У меня день рождения через полгода. Как раз я накоплю денег за полгода. У нас есть рассрочка. Есть рассрочка. Как раз то, что надо для телеведущих. Слушайте, на полном серьезе. Я влюбилась в глюкофон. Вам огромное спасибо. Это было очень увлекательно, интересно. Я загорелась глюкофоном. Я теперь буду к вам приходить в студию, слушать, как вы играете, и учиться самой на нем играть. Обязательно. Класс. Да, приходите. Да, да, да. Спасибо. Палочка. Я заберу палочку, потому что у меня же будет глюкофон. Конечно, и я буду играть вот своей палочкой на глюкофоне. Искусство и любовь.
это одно и то же. Это процесс видения себя в вещах, которые не являются вами. Чак Клостерман. Я без понятия, кто это, но сказал неплохо. До 33 лет я жила с полным ощущением, что руки у меня растут, ну так скажем, не совсем из плеч. Но в 33 я вдруг неожиданно для себя взяла в руки кисти, полюбила творческие мастер-классы, и теперь эти очумелые ручки не остановить. Я сегодня нахожусь в гостях у мастера-смолениста, и мы сейчас будем создавать елочные игрушки своими руками. Да. Если верить Гуглу, то рисование эпоксидной смолой зародилось в Австралии. Именно там была найдена первая картина в стиле резин-арт. Имя художника не сохранилось, но известно, что произошло это в 2008 году. С тех пор эта абстрактная живопись покорила миллионы сердец. И на это как минимум есть две причины. Во-первых, для того, чтобы создавать шедевры своими руками, не нужно быть искушенным в искусстве. А во-вторых, получаются такие стильные интерьерные штучки, что дизайнеры стали активно внедрять их в свои проекты. В домашних условиях этим можно заниматься? Да, этим можно заниматься. Эпоксидная смола, она достаточно, как бы, ну, в каких масштабах? Если это в маленьких масштабах, можно дома. Но единственный момент, что обязательно должна быть определенная комната отдельная, да, это не должна быть кухня, да, где не должно быть животных, детей, потому что в жидком состоянии смола, она токсична. В застывшем виде смола абсолютно безопасна. А вот на мастер-классе нужно соблюдать технику безопасности. Фартук, перчатки, шапочка для волос и обязательно респиратор. И запомните, детям до 18 лет и беременным женщинам работать со смолой нежелательно. В работе с эпоксидной смолой очень важно соблюдать пропорции. Любое отклонение в пару граммов, и смола может не застыть и остаться липкой. А что вот ты делаешь такого необычного, чего не делают у нас в других мастерских, ну, подобных? У меня на самом деле на индивидуальном мастер-классе можно сделать вообще все, что угодно. Вот у меня девушка делала... Самая необычная вещь из эпоксидной смолы. Жиоду я не видела ни у кого. Что? Да? Жиода – это вот поднос или картина. То есть вообще жиода – это срез камня. В этой технике делают картины, подносы, столики журнальные заливают. Смола с отвердителем готовы. Теперь добавляем цвет и разливаем по формочкам. Так как наступающий год – год водного тигра, я решила выбрать цветовую гамму от светло-голубого до насыщенного синего. И не забываем про блесточки. Сам процесс заливания недолгий, а вот застывание займет примерно двое суток. Кстати, окончательный результат всегда сюрприз, так как в первые сутки смола еще двигается. Тебе огромное спасибо. Пожалуйста. Это было очень увлекательно, познавательно и интересно. А самое главное, новогоднее настроение теперь вот вокруг меня летает. Друзья, если вас обошло стороной праздничное настроение, срочно берите дело в свои руки. Развесьте гирлянды, разукрасьте окно, нарежьте снежинки из бумаги или, на худой конец, взорвите хлопушку посреди комнаты. Это тоже работает. Ну а пока вы думаете, я с удовольствием покажу вам результат новогоднего мастер-класса. На сегодня это все. Надеюсь, я вас вдохновила на творчество. Друзья, с Новым годом! Желаю, чтобы в наступившем году у вас были все-все мечты, даже самые заветные. Не откладывайте их, мечты должны сбываться. До новых встреч! Пока-пока!